Ура! Начинается! 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 Поговорим, друзья мои, о витамине D. Здравствуйте! Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, доктор! Витамин D регулирует в организме обмен кальция и фосфора. Дефицит витамина D приводит к тому, что у ребенка развивается рахит. Ужас! Ужас! Кошмар! Ужас! Каким образом организм ребенка получает витамин D? Три способа. Первое – еда. Ну, например, витамин D есть в сливочном масле, в жирной рыбе, в яичном желтке. Витамин D также, это второй способ, образуется в коже под действием солнечных лучей. И третье, витамин D есть в виде готовых лекарственных препаратов. От чего зависит количество витамина D, который попадет в организм? А ну-ка! Вот-вот, послушайте. И от диеты, и от цвета кожи, и от количества прогулок, и от того, в каком городе и в какой стране вы живете, то есть сколько солнца у вас над головой. Удивительно. Разумеется, и у родителей, и у врачей очень часто возникают вопросы. Достаточно ли получает ребенок витамина D? Надо ли давать ребенку, если лето, если пляж, если правильная еда, если смесь, в состав которой входит витамин D? Что же делать? Если у вас есть сомнения, то вы должны понимать, что если ребенок будет получать ежедневно 500 единиц витамина D, это никогда не приведет к передозировке, даже если будет много солнца и будет много правильной еды. Но слава богу, золотая середина. Гора с плеч. Если вы сомневаетесь, мой совет, пусть ваш ребенок получает ежедневно 500 единиц витамина D. Спасибо, доктор. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.